У Валерии, которая приехала в Витебск на 3 дня, багажа, разумеется, побольше. Выступление в творческом вечере маэстро Паулса, закрытие славянского базара, сольный концерт, а еще околофестивальная программа. После концерта, не знаю, мечтаю на пробежку выйти. Говорят, а где ты здесь будешь бегать? Не знаешь, какие улицы длинные, ровные? Я говорю, я выйду прямо на первой попавшейся улице, побегу, потому что в парке, я думаю, что будет очень людно, просто будет уже не до спорта. Добрый вечер, Витебск! Выступавшая практически на всех континентах исполнительница в Беларусь всегда приезжает с радостью. Публика здесь принимает намного теплее, чем в Англии, да и подпевает с удовольствием. Публика не меняется, и это радует. Ну, если в Англии у нас были, конечно, концерты испытания, у нас именно первый, потому что, конечно, для британской публики я артистка неизвестная, пела неизвестные им песни незнакомые, выходила на сцену, и как бы с нуля, вот все, совершенно они меня не знают. И вот нужно было завоевать зал. Верный соратник Валерии в борьбе за публику – муж и продюсер Иосиф Пригожин. Самый длинный срок, который им пришлось провести в разлуке – 3 дня. Для певицы они были подобны вечности, и с тех пор супруги не расстаются. Муж меня обожает целиком и полностью, со всем моим репертуаром, вообще со всем тем, что я делаю. Сам Иосиф Пригожин тоже готов сделать немало. Даже обувь купить для любимой женщины. Раз уж та решила отправиться на пробежку. Времени на полноценную тренировку у Валерии нет, но терять форму не хочется. Лера, вот смотри, есть 2 цвета. Серые с розовыми вставочками. И есть белые, черные с желтыми вставочками. А у вас случайно билетов нет? Мы не попали на ваш концерт. У меня нет. Жалко. В другой день Пригожин обязательно составит супруге компанию, но сейчас у него порван мениск. И к старту готовится лишь Валерия. Сил после сольного концерта немного, но на 4 километра должно хватить. А мы завтра еще здесь и послезавтра здесь. От Валерии можно заряжать, она как электростанция, можно заряжать целые районы просто. Потому что мне казалось, что я энерджайзер, а на самом деле вот все не так. До 8 класса по физкультуре у нее была крепкая тройка. Понимая, что из-за нелюбви к спорту золотая медаль может уплыть из-под носа, она стала заниматься. Теперь со спортом неразлучно. 5 лет посвятила йоге, а еще бегу и занятиям на платформе. Когда такой последний раз? Вот что значит! Ой, нет, никогда, да, не знаю. Что никогда? Я тебя все время одеваю. Ты меня все время одеваешь? Все. Периодически. Ты мне снимаешь иногда трудный снимающий сапог. Ну, одевай, чтобы ты меня одевал. Я еще такого не припомню. Зая, одевал. Одевал? Да, ты просто... На камеру тоже один раз. Скандал будет, давай. 55 килограммов при росте 170 сантиметров. Окружающие считают, что певица в отличной форме. Но она уверена, нет предела совершенству. Поэтому даже на гастролях отдохнуть себе не дает. Бегать неудобно. Это мне неровно. Пока Валерия передает Витебску физкульт. Привет, конкурсы.